А то я там бабочек рассматривал. Я много читала о мастере Сигнусе, но ничего не припоминаю о Ворвике. Ворвик ни в чем не уступал мастеру Сигнусу и был столь же отважен в деле защиты Ордена. Но все записи о его достижениях были вычеркнуты из истории. А вы расскажете нам почему? Расскажу. Но сначала вам придется разделаться с этими орками. Что? Мы не собираемся поговорить о том, что этот Ворвик явно обожает орков. Чтобы мне еще поставить, давай этот. А все, у меня я больше ничего не могу. А ты что сделал? А. Ну, блин, 10 слотов, я не могу на все брать. А, тут второй проход. Да. Ну, типа и баррикады ставить, типа, бессмысленно. Мы будем у входов стоять. Ладно, за дело. А, так. О, ну тут, кстати, удобно вообще. Опа-на, я тут да. Тебе помогаю. А летающих тут не будет, я надеюсь? Нет. Там были огры, ну, обычные все огры. Враг и эти. Через одни из ворот. Земляные. А, големы. Ну, не големы. Именно элементалы. А, ну вот, элементалы. Не, вообще урон не наносит. Да. И расскажи всем. Ой, ты же умер. Я справлюсь. В атаку. Вот это по мне. А, тут, блин, нету этих. Чего? А, значит, через стены придется. Потолка. Вот в этих же есть, вот тут вот. Ну, да. Так я тоже на эти собираюсь потом ставить. Так нет, сейчас. Ты подойди ко мне, у меня там нету. Вон же потолок дальше. Ну, а тут-то нету. Да, тут дальше смотри сколько, а у меня там вообще чуть-чуть. Так у меня тут плюс все у меня. Ага, я готова. А, тут спокойно перепрыгнуть еще можно. Больше врагов да. На подходе. Я всегда перепрыгивал. Находика за привидениями похож ты. Да, кстати. Во. Я про них читала. Повелители земли, кажется. Правильно. Если его убить... Он будет распадаться на более мелких и быстрых созданий. Снова и снова. Они, кстати, прикольно, красиво перерывают. Да. Так тут еще по карте прям показывают, какие большие, какие маленькие. А ко мне они придут. Хотя ты поставил потом у себя. Так я ж прилететь могу, если надо будет потом поставить. Деньги же не исчезнут. Да.
счастливы как никогда. А, все, теперь они у тебя. Они даже ничего не поймут. Они, кстати, стали делать прям идеально по две, чтобы влезало, если что, вдруг. Прям идеально, мне это нравится. Пойди, а можно оставить вот тут? Вот этот, здесь вот, вот тут. Можно. О, отлично. Просто у меня, смотри, у меня-то огненные, а у тебя-то не огненные. А у меня они простреливают. А, ну ладно. Вперед! Просто у меня со смолой-то они сочетаются, то что у меня смола еще огонь забирает, делает сильнее. На подходе. А, прикольно. Полтора часа, а мы уже синергии делаем. Отлично, суперски. Синергии? Ну, синергия, вот. Огонь, типа, усиливает. А. Лимпедаль вообще кое-как залез сюда. Еще больше врагов на подходе! Ну, вот так вот буду стрелять, и все. Почему тебе больше идет? Потому что мне надо. Они даже ничего не поймут. Тебя идет. Слово идет, это мягко сказано. Ползут? Но они дойти-то даже не могут. Легко.
уже последнюю. Так, и сколько? 17 черепов. О, стражник и лучник. Ну, это он нам не нужен. Так, что я там хотел еще? Ну я все, все, продолжаем. Сказка, да? Я хочу почитать просто. Ладно, давай. Я просто читал, что тут вообще есть интерес. Я даже не знаю, что еще поставить.